Отвечайте, платье «Сказочная леди» 2999 рублей. Это специальная цена. Цена, которая будет держаться не так уж долго, поэтому я бы на вашем месте уже сейчас держала телефон под руками. Итак, выбор нашего эксперта Светы Воронцовой. Вообще хочу поделиться с вами комфортными ощущениями. Я из серии капризных женщин, которые всегда выискивают для себя платье, и для этого мне надо понадобится очень много времени. Никогда не беру хаотично вещи. Поэтому для меня важна не только красота в данном случае, но еще и комфорт. Я нашла все это в моем платье. Платье «Сказочная леди». Сейчас мы с Надей будем разбираться во всех тонкостях. Ну разве так бывает, Света, чтобы было и красивое, и удобное? На моем опыте я знаю, что гипюровые платья достаточно жесткие. Ну давайте сейчас поговорим и об этом. Выберем сначала ваш цвет. У нас есть две расцветки. Два предложения на белом фоне вы видите сейчас на платье. И я выбираю для себя сегодня синий фон. Надюш, приложи, пожалуйста, их друг к другу, прям близко-близко. Вот вы видите эту разницу? Это платье кажется более светлее, а темно-синий более глубокий. Для тех женщин, кто любит быть стройнее визуально, сразу раскрою секрет. Однозначно на темно-синем фоне моя фигура кажется поменьше. А вообще это платье удивительным образом меня стройнит. Да, оно тебя действительно стройнит, так вот я никак не могу взять в толк. Как такое возможно? Платье из шифона, да. Мягкое, приятное и еще как-то вот по фигурке прям совершенно села. Верно. Давай посмотрим на подиум, и я помогу разобраться с размерной линейкой. Вы обратите внимание, пожалуйста, что у девчонок, у Лены 48-50 размер. Лена выбирает платье 50 размера. Благодаря плотной, упругой ткани, я говорю сейчас о подкладочном материале, платье обнимает фигуру. Оно не сборится нигде, а плавно переходит. У Леночки, так же, как и у меня, секрет в зоне живота. И я уверена, что многие женщины, Надя, сталкиваются с этой проблемой, как скрыть животик. В этом платье пропорции идеальные фигуры. Таня носит размер 50-52, на модели 52-й размер, я ношу 52-й и тоже выбираю 52-й. Но ты заметила, что визуально девочки выглядят одного и того же размера? Ну, конечно же, я заметила. Как еще мне нравится посадка этого платья. То, что оно, вы знаете, вот прям вот все изгибы подчеркивают. На свете сейчас хорошо видно. То есть ваша фигура, она как бы преображается. Плюс вы еще и стройнеете. Плюс еще и ваша экономия. Менее 3000. Супер цена за спецпредложение. Платье, которое ждет вас. Платье, которое вы, возможно, наденете на новогоднюю ночь, или на день рождения, или на именины. Ну, а кстати, если вы собираетесь на праздничное мероприятие, дизайнеры придумали еще для вас украшения. Как здорово, когда проблема выбора украшения уже решена автоматически. Давайте посмотрим сейчас на яркий блеск. Камни напоминают фианиты, а сам прочный металл очень хорошо сделан под золото. Вообще сегодня настолько, Надя, меня радует качество продукции, что дистанционно можно подумать, что это настоящее золотое украшение. Поэтому мы еще экономим и на аксессуарах. Абсолютно точно экономим, потому что это платье настолько самодостаточно, настолько эффектно и вместе с тем удобно, что себе просто отказать в покупке, отказать в радости себе невозможно. Если вы смотрите нас не так давно, если вы еще ничего не заказывали на нашем телеканале, я вам предлагаю вот сейчас сделать этот звонок и все-таки заказать для себя платье, проверенное нашими экспертами, нашими телезрителями. Ведь платье «Сказочная леди» стало уже давно популярным. А сегодня на него еще и цена максимально низкая по спецакции. 2999 рублей. Осталось только определиться с цветом. Темно-синий фон, либо же, Светочка, помогай, белый. Белый. Я, кстати, раскрываю секреты и хочу показать вам. Здесь очень много ткани. Помимо кружевного гипюра, здесь имеется еще и шелковистый вискозное полотно. Насколько она мягкая и нежная. А вообще, вы знаете, это очень важно, тактильное ощущение. Ведь наше настроение в основном от этого и зависит. Как крепко вас обнял ваш муж утром и сказал: «Доброе утро, любимая!» Я хочу сегодня напомнить многим женщинам, что порой счастье в наших руках. Почему иногда мы не следим за этим? Давайте сейчас будем стремиться к тому, что вы в жизни своего мужчины будете самое прекрасное. Вот такая единственная сказочная леди. Давайте будем почаще надевать платье. Да, давайте будем надевать платье, потому что это прерогатива наше женское. Платье, юбки. Этим мы и отличаемся от мужчин. 2999 рублей. Посмотрите, как...
как наши модели просто заиграли. Давайте дистанционно поможем сейчас нашим женщинам выбрать свой размер. Хочу сказать, что здесь очень комфортная длина. Давайте посмотрим на Танюшу. У Танечки сдвоенный размер 50-52. Хочу обратиться к вам, если у вас особенности фигуры и тоже сдвоенный размер, или вы выбираете в сторону большего, то есть 52-й. У Елены тоже сдвоенная российская размерная линейка 48-50. Елена выбирает платье на темно-синей основе, 48-50 носит, а выбирает 50-й. Давайте поговорим о всех украшениях, потому что это платье действительно, оно уникально. Здесь украшения не только в зоне горловины, есть секрет. Мы хотим вам его раскрыть. Я хочу добавить, что именно за счет такой арки на задней планке платья мы видим с вами моделирование фигуры, потому что за счет расширения бедра кажутся автоматически визуально меньше. Ну и еще плюс один маленький декор – это яркие атласные шелковые бантики, украшенные пуговками. Ох, смотрите, сколько всего! Здесь все украшено, уже продумано дизайнерами. Это платье самодостаточное, ему достаточно только кольцо и серьги. Это все вы можете подобрать в рубрике «Украшения». Ну а прямо сейчас давайте посмотрим, за счет чего платье держит свою форму. Надюша меня часто спрашивает, у Нади очень красивая линия плеча, но плечики покаты, и Надя мне всегда говорит: Свет, вот как мне выбирать одежду? Тебе нужна одежда с подплечниками, потому что и мне, в принципе, тоже. Потому что, когда есть подплечники, фигура кажется более статная, плечики подтянуты, и осанка становится совершенно другой. И эффект сразу вот такой, знаете, компактности, стройности, эффект идет сразу на талию, появляются бедра, когда у вас правильно оформлены плечи. Не забывайте об этом. Платье, в котором продумано все. Платье «Сказочная леди» менее 3000 рублей стоимость по спецпредложению. И обычный простой уход. Стирка при температуре 20 градусов. Гладить на деликатной температуре шелк.